11 января можно без преувеличения назвать одной из самых вежливых дат в году. Сегодня отмечается Международный день «Спасибо». Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». А как звучит знакомое нам с вами «спасибо» на других языках? Наш корреспондент отправился на поиски миасских полиглотов. По разным данным, количество языков в мире составляет от 4 до 6 тысяч. Мы решили выяснить, какими языками владеют жители нашего города. Дякую. Грация. Мерси, спасибо для всего города Миаса. Данкишон в городу. Аригато. Рахмат. Сэнкью. Не случайно «спасибо» и «пожалуйста» считаются волшебными словами. Они несут положительный заряд и направляются на позитивную энергию. Психологи утверждают, что слова благодарности – это своеобразные психологические поглаживания. Они могут принести столько же радости, сколько одна шоколадная конфета. Андрей Данилов и Айдар Насыров, спасибо, что остаетесь с нами на телеканале «Перец».